А, слышишь, вот он сидит. Что, стой, дай я убью. Нахер на него стрелы правят. Такая рожа смотрит, блядь. Это вообще, блядь. Да, я её. Ебать, жестко тип сел, да? Смотри, как лицо у него. Как все, блин. Да, я скриншот сделаю, слышь. Не, все, уже вооружились. Короче, готовьтесь, сразу будет убивать, как только запрыгнут. Ну, давай, слушай. Давай, запрыгаю, Андрюк, за мной сразу, я сам не вет. А она выпрыгнула с той стороны, пытается. Бля. Давай! Бля, что там происходит? Ну, она прыгает тоже, делает. А как? Я не могу, у меня нет прода. Блядь, что за махать? Откройте ворота, блядь. Ой, блядь, Андрей. Тут ну, еще мужик. Не надо больше помнить. Он вышел. Мастер, ты и твой муж всегда такие меткие. Что? Что? Фанатов, вон видишь, этот пишет. Это этот конченый, вот из-за которого балаган начался в этом на форуме. А ты даже жаловался, что ли? Это тот, из-за которого, да, на форуме создали эту тему вообще. Типа то, что он бандиты убивает, все такое. Это вот он жаловался, когда его зарубил, он на меня говорил, о, крыса. Минус один. Это дерево упало, слышь? Вижу. Я давай, даже забраться не могу. Давайте, он сейчас дверь откроет. Блять, я упал. Убивай, ты же быстрый. Ты должен, ты быстрее не должен быть. Режь. Этот, поди сюда, слышишь? К воротам их ним деревянным. О, что-то белая лошадь. Мочи. Лошадь? Да. Может, я ее спизжу? Ты ее не спиздишь. Если она на клайме, бери. Если нет, мочи. Она без клайма. А если она стоит на красной земле, то она под клайме. А, она на красной стоит. Поди сюда, Хеловин. К воротам, да. Ага. Сейчас на тебя я туда полезу. Прыгни. Там надо с разбега и прыгнуть, короче. Сейчас я залезу. Смотри, Хэллоуин, встань и сядь на... встань на коня. Я на тебя. О, молодец. Я знаю эту тему. Не волнуйся. Да нет. Что, не знаю. Да, видим. Стой, нагнись, Эрн, нагни. Ты боевой, да? А, блядь. Твоя мать, шлюха! У меня В, короче. Короче, я знаю, что. Ты на голове стоишь. Подвинься ко мне, подвинься. Да не могу я запрыгнуть, да что такое? А ну. Обойдите здание, там запрыгнуть можно. Обойдите здание. Просто обойдите.
Угу. Где здесь запрыгнуть-то можно? Обойдите здание. И чё? Где тут запрыгнуть? Подеть. Где? У нас тут каша. Он вышел из игры. А есть вон лосось давай на. О, смотри, ворота открыты. Лосось зарезать надо. Ворота открыты. Видели? Угу. Добегаем? Да, забегайте, если что выпустим. А где? Вот ворота, вот прям здесь. Ко мне, в сторону Рэма. Бегу. Тут какие-то пушки делают. Это кто такие? Убиваю. Удалось, быстро. Убивай, говорю! Бля, я не могу, у меня конь забагал. Не могу даже свернуть. Где-где-где? Скажите, где вы берете? В сторону Рэмов есть? Давай. На, попал. Там у них со стены стреляет. Все, отходим, отходим. Так, пятерку включил, сейчас подожди, коня надо забрать. Ходите. Мариус, сука, он мастер по убеганию.